Продолжается Светлая Седмица, все дни которой предстают перед нами как единый светлый пасхальный день, но пятница выделяется особо. В этот день Православная Церковь совершает празднество иконы Божьей Матери, именуемой «Живоносный источник», в честь которой на территории храма Рождества Христова обустроена надкладезная часовня. В 2009 году митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором была освящена скважина с артезианской питьевой водой. В пятницу Светлой Седмицы в Рождественском храме по завершению Божественной Литургии состоялся крестный ход на артезианский источник, где был совершен водосвятный молебен. Сей день Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онь. В этот день наполнится сердце наше радостью. Но какой радостью? Радостью о воскресшем Господе, радостью о победе жизни над смертью, радостью о победе добра над злом, радостью о победе света над тьмою. Вот это об этой радости апостол потом напишет, что истинная вера заключается в любви, радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, кротости, вере, воздержании. Вот они дары Духа Божия, вот она радость-то духовная. И если мы не переживаем всех этих чувств, которые только что были перечислены, и не благотворим, и не милосердствуем, и не верим, и не радуемся, и не любим, то нет нам и радости духовной. Поэтому, дорогие, сегодня хотелось бы пожелать вам именно этой радости, той радости, которой никто не отнимет у нас. Вот тогда и действительно возвеселимся, сердце наполнится радостью и весельем о Господе. Вот этого радостного чувства переживания Пасхи. Мне хотелось бы пожелать всем вам, чтобы мы наполнили свое сердце как можно плотнее, как можно больше этим чувством радости Пасхи, чтобы оно, это чувство, сохраняло и помогало нам переносить трудности нашей жизни, которые наверняка будут у каждого из нас. Вот потому хотелось бы, желаю вам здоровья, мира и радости, напомнить источник этой радости. Это наша с вами вера, основанная на воскресении из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскресе!